Актуальная информация о ситуации на водных объектах. Уровни воды на реках Архангельской области к неблагоприятным отметкам не приближаются. По водомерному посту на Северной Двине в Котласе плюс 10 сантиметров за сутки, всего 515 сантиметров. Телегово плюс 7 сантиметров, всего 536. Вода в реке Вычи, где в районе Федякова, идет на убыль, минус 1 сантиметр. Общая отметка 576. В Сольвычегодске плюс 45 сантиметров, всего 574. Наибольший подъем воды наблюдается в микрорайоне Бочага. Там остаются подтопленными несколько участков. Напоминаем, что при угрозе затопления жители могут обратиться за помощью в единую диспетчерскую службу городского округа по телефону 202-51.